Игра началась, и вы на канале Джозе Плей. Играем сегодня мы в Breaking Point. Попытаемся выжить в этих сумасшедших комнатах, где никогда не понятно, кто окажется следующей жертвой. Ага, скрытое убийство. Неужели убили меня? Нет. Ребята, я до сих пор живой. Я делаю секретное убийство. Я хочу уничтожить его. Получай. Нет. Совсем мало людей осталось живых. Я хочу дожить до конца. Пожалуйста. Ничего себе, вот это безжалостное убийство. Нет, похоже, я погиб. Да, ребята, я погиб. Я не дожил до конца. Хотя я был так близок к победе. Я человек, арбуз. А я девочка, кока-кола. А я загадочник. А, чё, пацаны, аниме? Ну давайте следующую катку, я хочу начать следующую каточку. Игра началась. Давай, ну, что здесь происходит? Кого? Здесь нужно кого-то выбирать или что? В чем прикол? Что нужно делать? А, здесь, смотрите, выбираются рандомные и игра на ножах. Дуэль. Но они, видимо, не знают, что делать. А нет, все-таки знают. Арбузик наш порезали на мелкие кусочки. Кто хочет свежий арбуз? Ты что? Ты выбрал меня? Да ты издеваешься, что ли? Не-не-не. А, я умер? Неплохо, так неплохо. Я даже не понял, как я погиб. Что произошло? Вот вам машиндер на ми. На ми. Овай. Вегетаторная пушка. Разминаем свой речитатив. Ехал грек через реку, видит грека в реке рак. Обосрался грека в реку и понюхал там пермак. Тутуро. Оу, неужели? Неужели вновь игра? А, теперь мы выбираем, кто с кем будет сражаться. Давайте, я голосую за арбузик. Арбузик будет побежден сегодня. Так, ребята, ну давайте арбузик. Нет? Не захотели арбузик взять? Да как же, самый сочный здесь, за этим столом, это арбузик. Ничего себе, у них тут файтинг происходит вокруг стола. Вы только аккуратнее ножи бросайте, хорошо? А то тут случайно в меня попадете еще и будет вообще не весело. Я голосую за арбузик. Арбузик, ты будешь сражаться сегодня. Нет, не будет, ничего себе. На, самый быстрый файт был. Просто моментальный, давай. Арбузик, ну, ребята, голосуем за арбузик. Арбузик у нас будет сегодня убийцей. Нет, нет, арбузик не будет. Будет девочка Кока-Кола. И что-то, смотрите, вообще прям моментально здесь файтинги происходят. Не хотят больно сильно так сражаться, долго. Всех на изи побеждают, ну, арбузик. Нет, видимо, арбузик сегодня будет жить. О, две девчонки и Кока-Колу уничтожили. Теперь кто с кем будет? Арбузик, арбузик, арбузик давай. Арбузик. Нет. Как-то они слишком легко побеждают. Так, давай, я тебя буду. Ты на меня показываешь? Не-не-не, давай, на меня не надо. На меня не показывай, хорошо? Кто с кем дерется? А, все-таки его выбрали, смотрите. Вот нечего было на меня пальцем показывать. И все. Это была победа. Ребята, давайте за арбузик голосовать. Ну кто-нибудь. Арбузик ничего не понял и погиб. Так, вы что, за меня теперь голосуете? За меня не надо, я хочу до конца дожить. Дайте мне поиграть в эту игру. Кто с кем, кто с кем? Ага, вот этот тортик. Тортик тоже порезали на кусочки. Сегодня прекрасный чаепитие, нарезанный арбузик и прекрасный тортик. О, я с кем-то сражаюсь. С кем-то сражаюсь, так давай мы тебя порежем. Стоп, я опять проиграл. Да как так? Как я проигрываю в этой игре? Я не понимаю. Я же должен был быть победителем. Почему я проиграл? Почему? Хе-хе-бой. Девочка с зонтиком стала победителем сегодняшних боев. Можем ее поздравить. Но, по-моему, всем вообще насрать. Игра началась уже, мы в темноте сидим, да? Я первый отлетел. А, нет, смотрите, все-таки я не первый. Обычно меня здесь побеждают сразу же.
Моментально. Стоп, а почему? Почему мы выбираем, если только что кто-то отлетел? Или мы выбираем, у кого будет пистолет? А, нет, мы выбираем, кто стрелял. Кто-то стрелял здесь. Кто-то здесь стрелял. Стоп, кого уничтожили? Вы что, прикалываетесь? Давайте послушаем. Ага, услышали. Замечательно. Замечательная игра. Я шатал эту игру, не хочу в нее больше играть. Если вам она нравится, я вам соболезную. Всем спасибо, всем пока.